Приветствую, ребята. Хотел показать уже в хорошем качестве такая лазерная указка. Давненько уже в Одессе заказывал ее. Литионная батарея здесь одна. Фокусируется вот эта часть. Это для того, чтобы спички жечь. Фокус. Также здесь ключи есть, которые предотвращают. Ну, можно закрыть ее, если дети в доме есть. Они себе не выжгут глаза. Зеленый лазер. Довольно яркий. Сейчас покажу, как он жжет спички. Я уже все подготовил. Итак, берем, откручиваем линзу фокусировочную до упора. Пятно будет толстое, но большое. На большом расстоянии. А на ближнем как раз самое оно, то, что нужно. Так, секундочку. Так. Все очень просто происходит, быстро. Жжет довольно неплохо. На черном свете тоже берем брелочек, фонарик. Сразу дым идет. Выжигает прям отлично. Такую борозду выжгло. Ну, используется в первую очередь он как лазерная указка, когда астрономические наблюдения проводишь. Можно направлять на объект, ну и видно далеко. Ну и котов развлекать можно таким образом. Вот такая вот прикольная штука. В принципе, цена небольшая на нее. Если заказывать, по крайней мере, в Одессе у нас в Украине. Всем спасибо за просмотр, всем три, всего доброго.